улице Горького, да? Горького, И у вас... 14. Я живу в Горького 14-1. Женя 3, соседка за стенкой. Ой, 4 у нее. Вот. Это. Бежит с нового, еще до Нового года начало. Мы звонили, сколько все, я ругалась. Мне за телевидением вообще сказали. Ну, вы знаете, что они нам сделают? Ну, пойдемте, сделаем. Ну, там исполнение, курочек она перенесла. Вот началось у меня. Вот там потихоньку это. Тут, видать, намерзло у меня. Мы потом ко мне зайдем, девочки, я вам покажу. Вот. А тут, представляете, нормальный забор закрыли. Тут вообще ужас, тут вообще высоко. Забор с наш рост даже выше. Вот тот забор у меня, с меня ростом. Это вот так у нас там затоплено туда дальше. Просто я боюсь подойти, вдруг мы провалимся. А так-то это. Это труба с водой холодной, да, прорвала? Холодная там, да. Там как колонка, и у нас мою колонку там еще возле меня перекрыли давно, лет 5 назад. И вот теперь такая проблема. Кто что говорит? Кто за летник? Что там летник провели? Виноваты. Кто говорит? Давление. Но факт то, что мы теперь навряд ли садить-то будем нынче. Уже не вот здесь вот грядки. Тут грядки. Тут их даже не видно. Вот. А это вот уже тепло вот сегодня утром. Потому что они вчера по телевидению сказали, он все, мы сделаем. Но я сегодня позвонила. Я говорю, мне что, будем теперь в МЧС это уже. Это дача. Вот тут выше дача. У нас тут вот, мы тут живем. Я вот окошки там, и тут Женя с тремя детьми. Вот. И это. Там дальше тоже люди живут.